Здравствуйте, мои друзья! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на кухню. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный десерт. Это панна-котта, и будет эта панна-котта шоколадной. И еще мы к ней приготовим кисленький клюквенный соус. Готовится панна-котта очень просто. А если вы впервые у меня в гостях, оставайтесь, вы сможете в этом убедиться. Для нашего десерта нам прежде всего нужно замочить 10 грамм желатина холодным молоком, 50 миллилитров. Все размешать, пусть желатин набухает. В сотейник с толстым дном мы вливаем оставшиеся 200 миллилитров холодного молока. У меня 3% молоко. 250 миллилитров жирных сливок, 38% жирности у меня. 80 грамм сахара и пакетик 10 грамм ванильного сахара. Все размешиваем и доводим почти до кипения. Идет пар, вы видите? Выключаем огонь, добавляем в молочную смесь наш набухший желатин, все размешиваем, чтобы желатин растаял. Когда желатин растаем, всыпаем 100 грамм горького шоколада, у меня 60% шоколад, и все как следует размешиваем до однородности и разливаем по формочкам. Можно по силиконовым, можно в креманке налить. У меня вот такие специальные формочки для желе. Из этого количества продуктов у меня получается 6 порций. И даем остыть шоколадной смеси до комнатной температуры. После чего накрываем формочки крышечками или, если у вас стаканчики, креманки, пищевой пленкой, убираем в холодильник до застывания. А пока у нас застывает наш десерт, мы готовим соус. 200 миллилитров воды. 80 грамм сахара, все размешиваем, на среднем огне доводим до кипения, у нас получается такой сироп, сахар полностью растворяется, и всыпаем туда 250 грамм клюквы, доводим до кипения, после чего измельчаем при помощи погружного блендера или просто блендера в пюре все. Я еще решила его через сито протереть, чтобы остатки вот там... кожица, шкурка, семечки, все это не попало в наш соус. Вот это все у нас осталось. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Наш десерт застыл, и сейчас мы его будем пробовать. Если вы делаете в силиконовых формочках, то можно окунуть формочку в кипяток, и тогда легко выйдет десерт из формы. Вот такая у нас получилась красота. Сейчас мы польем нашим кисленьким соусом нашу шоколадную панна-котту и будем ее пробовать. Посмотрите, посмотрите, какая она мягкая, какая она нежная, подрагивает. Это очень вкусно. А посмотрите, какая текстура красивая у нее, она такая бархатистая, не глянцевая, как у желе, а именно бархатистая. Сочетание шоколада и клюквы просто бомбическое. Приготовьте, а мне будут очень интересны ваши комментарии. И я всегда рада вам у себя на кухне. Мира вам, радости и добра!